Здравствуйте, с вами вновь Александр. И никому не секрет, что уже на улице холодно, скоро зима. И в связи с этим я хочу рассказать вам о коляске, которая, на мой личный взгляд, очень-очень адаптирована к холодному времени года. Она для этого укомплектована по полной. Это коляска от компании Baby Design, модель называется Husky. И я хочу сегодня подробно вам о ней рассказать. Поэтому давайте смотреть. Вот коляска Baby Design Husky. В двух словах напомню, что комплектация 2 в одном с рождения и до ориентировочно 3-4 года ребенку будете использовать, имеется в виду до этого возраста. Вот, сначала расскажу вам о люльке, потом о прогулке и шасси, и в конце уже расскажу о ее очень богатой комплектации и подведем итоги. Вот. Что касается люльки. Люлька здесь классическая, ничего такого прям сверхъестественного и необычного в ней нет, кроме комплектации у коляски. Она стандартной формы, она крупная, люлька. И, ну, сейчас я вам покажу. Вот, давайте начнем сверху вниз изучать. Здесь сверху есть очень удобная ручка для переноски. И ручка не просто пластмассовая, а прорезиненная и очень мягкая, с очень удобным хватом. Вот. Козырек здесь тоже достаточно большой. Сразу хочу заметить, что мне бросилось в глаза, когда я начал ее изучать. Это ткань. Ткань здесь очень приятная, тактильно, что-то напоминающее очень джинсовую ткань. Здесь ткань не просто джинса, она, видимо, многослойная, и она очень-очень теплая и непродуваемая 100%. Козырек здесь большой. Дополнительно еще есть вот такой вот маленький козыречек. Его можно убрать внутрь, если не нужен. Хотите вытащить, вытаскивайте. Если вдруг этого покажется мало, есть возможность козырек увеличить. Делаем вот так. Нажимаем снутри две кнопочки и опускаем его вниз. Тем самым мы полностью закрываем ребенка, поэтому даже если в метель будете гулять, до ребенка ничего не доберется. Вот, собственно, вот так это выглядит. Убирается тоже двумя кнопками. Закрываем. Вдруг вы все-таки купите эту коляску не только для зимы, а будете эксплуатировать, например, со вторым уже ребенком. На лето попадете уже в летнее время года. Здесь тоже, в принципе, все для этого хорошо. И если захотите устроить такой вот микроклимат для ребенка своего рода, открываете вот эту секцию вверх, поднимаете ее. И под ней у нас находится москитная сетка. И образуется очень хороший обдув, продув, точнее говоря, свежим воздухом всей люльки. Также легко это убирается обратно. Здесь на липучках все, ничего не поднимается, не топорщится. Вот, поэтому проблем с этим здесь абсолютно нет. Так, это что касается козырька. Сама люлька, сейчас я вам покажу, комплектуется вот таким вот такой вот накидкой на ножки. Накидка на ножки тоже с бортиком, полностью огибает всю люльку и не дает, чтобы туда попал ветер. Она не продувает благодаря этому. Также у нее есть очень высокий бортик, сейчас я вам покажу. Бортик этот фиксируется на специальные ушки. Вот, вот так вот закрываем. И, в принципе, ребенок полностью закрыл. Зазорчик остается чуть-чуть сверху. Но если вы козырек закроете,
то ребенок полностью там, как в комнатке, находится. К нему ни взгляды посторонние попадут, ни ветер не задует, ничего. Так, что касается, это что касается накидки. Также в комплектацию входит вот такой матрасик. Матрасик достаточно большой, ну и люлька не маленькая. Толщина у него где-то 2,5-3 сантиметра, и он не жесткий, не мягкий. Он вот ровно такой, какой должен быть матрасик. Это что касается матрасика. Огромным плюсом в люльке является то, что дно здесь полностью деревянное. И есть возможность регулировки наклона самой люльки, то бишь ребенок уже когда чуть подрастет, его можно полулежачее положение сделать, приподняв дополнительную секцию. Это тоже очень удобно. Внутри люлька обита приятным белым материалом, тактильно очень приятная на самом деле ткань. Вообще по тканям здесь реально все очень здорово сделано. Вот, люлька глубокая достаточно тоже. Поэтому, как я говорил, она для зимы адаптирована идеально. Так, это что касается люльки. Давайте теперь перейдем к обзору по прогулочной части. Вот у нас прогулочный блок. Я его уже установил. И хочу сразу заметить, что у него есть возможность реверса, вы можете его по ходу движения ставить лицом к вам, в этом плане ограничений у вас нет. И хочу обратить ваше внимание сразу на то, как он укомплектован для холодного времени года. Сразу вы видите, что идет в комплектацию накидка, ножки тоже толстая, теплая, сбоку закрыт капюшон, козырек большой. Если мало вам, можете еще и, опять же, раздвинуть одну дополнительную секцию и закрыть ребенка еще сильнее. Есть смотровое окошко, чтобы могли смотреть за ребенком. Поэтому и этот прогулочный блок, как и люлька для зимы, адаптированы отлично. Козырек здесь тоже с дополнительной секцией. Вот. Сейчас я уберу вам, чтобы показать сам блок, накидку на ножки. Накидка на ножки, кстати, вот какая. Большая, утепленная. Все здорово. Так, сам прогулочный блок. Что понравилось мне очень сильно. В комплектации уже сразу идет матрасик с очень приятным материалом. Такой типа плюша, бархата, я не знаю. Очень мягкий, утепленный матрасик, который зимой я бы использовал по-любому. А летом можно его снять. И будет уже без него. Для лета лучше его снимать, конечно. Вот, сразу скажу, что здесь касается безопасности. Пятиточные ремни, мягкие накладки на плечи. В паховой зоне накладки нет. Также есть бампер для того, чтобы ребенок не выскочил, чтобы удобно было держаться. Так что здесь полный комплект, скажем так. Вот. Также есть регулируемая подножка. Тоже достаточно большая, очень крепкая, надежная конструкция. Регулировка тоже по бокам обычная. Кнопочки опускаем, поднимаем. Все сделано очень просто. Также легко регулируется здесь и наклон спинки. Многие жалуются на то, что ой, мы не любим там, когда ремешки сзади. Пожалуйста, здесь ремешков нет. Здесь все по-простому. Оттягиваем рычажок. Все, наклоняем. Образуется у нас практически полностью ровная поверхность. Градусов 170-175, я думаю, здесь есть. Спинка полностью жесткая. Это не гамак, ничего подобного. Регулируется в нескольких ступенях. И что мне лично очень понравилось, когда мы максимально подняли спинку, ребенок по-настоящему сидит. Не завалено назад, а именно сидит. Многим мамам не нравится, когда спинка чуть-чуть завалена. Пожалуйста, вот здесь хорошо момент этот отрегулирован. Вот, это что касается регулировки самого блока. Вот смотрите, здесь видно, надеюсь. Вот, железочка, тянем ее. Раз, положение. Короче говоря, крайнее и что-то среднее. Все, очень просто на самом деле. Также есть
Если вы опустите, здесь есть кармашек на замке. Если поднимете, здесь есть кармашек без замка. Поэтому в любом случае вы будете с каким-то кармашком. И также хочу обратить внимание, что весь капюшон, он к сиденью пристегнут замком. Ничего здесь вообще ниоткуда не поддует, стопроцентно. Вот этот момент мне тоже очень нравится. Так, давайте теперь плавно перейдем к шасси. Шасси здесь не маленькое. Вес сразу скажу. Прогулочный блок, когда установлен на шасси, 14,80, если память не изменяет, весит конструкция. Если установлена не прогулка, а люлька, то 13,5 килограмм. Поэтому для таких вот возможностей и размеров это, в принципе, не тяжелый вес, я считаю. Это в пределах 15 уложилось, поэтому вообще все здорово. Вот, шасси здесь металлическое и очень прочное. Ничего не люфтит, не скрипит, здесь все очень здорово в этом плане сделано. Вот. Что касается ручки, ручка здесь классической формы, регулируется по высоте, поэтому под любой рост можно, реально под любой. Даже ребенку дать покатить можно, если вниз ее опустить, второму имеется ребенку. Ручка здесь классная. Эта обивка здесь не пластика, ну, видимо, кожзам какой-то, да, такое что-то. Но не кожа, это точно, я думаю. Но все равно тактильно приятно, хват очень удобный. Есть и... Оно это для складывания, в принципе, вам попозже покажу. Вот. Шасси здесь, на шасси здесь, точнее говоря, установлены большие надувные колеса. Они большие по диаметру как спереди, так и сзади. У многих колясок большие считаются те, какие здесь спереди. Поэтому проходимость здесь великолепная. Зимой будет стопроцентно. Все колеса здесь надувные, трехспицевые, типа диски с белыми этими контурами. Ну, все здорово, красиво. Вот. И за счет того, что все колеса, они надувные, плавность хода у коляски просто прекрасная. Но не только поэтому плавность хода здесь хорошая, здесь установлены также дополнительные амортизаторы, помимо надувных колес. Поэтому мягкая коляска здесь, ну очень мягкая, смотрите. Просто прекрасно. То же самое и спереди. Но спереди здесь в большей степени плавность хода будет достигаться именно из-за мягкости самих колес. И естественно, у них есть возможность блокировки, чтобы вы там уж какое-нибудь бездорожье покоряли без проблем. Все это здесь присутствует. В общем, ребенок здесь будет чувствовать себя как в S-классе. Мягенько, тепло, уютно и хорошо. Вот. Что касается удобств для родителей, здесь, на мой взгляд, ну, очень грамотный багажный отсек. Он здесь не из сеточки какой-нибудь, здесь вот твердое дно, и он полностью закрывается на замочек, поэтому никто не будет видеть, что у вас там навалено. Вот отсек очень глубокий, закрывается полностью сверху. На мой взгляд, очень-очень грамотное решение. Все, закрыли, и ничего не вывалится, не потеряется. У нас лично постоянно что-то теряется с этого багажника. У нас другая коляска, и вот этот момент, конечно, здесь очень здорово сделан. Вот, и давайте теперь расскажу про очень интересный момент. Это комплектация. Здесь комплектация очень богатая. Дождевики, это все понятно есть. Вот, в комплектацию входит сумка для мамы, в которой внутри вы найдете такой подстаканник, подбутылочник, не знаю, как его правильно назвать. Но фишка в том, что вот вы нагрели ребенку бутылочку и положили его сюда. Это, знаете, так своего рода такой термос для бутылочки. Положили, и она будет достаточно долго теплая. Она не будет остывать. Поэтому в этом плане здесь все круто. Также вы найдете в сумке такой матрасик для пеленания ребенка, он непромокаемый, поэтому искать где чего, как там приспособиться в каком-то торговом центре вам не нужно будет. Все у вас будет с собой. Также есть
если нужно там ребенка положить, пропеленать без него, то вот такой пледик можно так использовать. Можно как одеяльце, можно как матрасик. Да тут уже куча применений. Вот, идет очень приятный, мягкий именно пледик. Дальше. Для того, чтобы не мерзли руки у мамы, идет вот такая в комплектации муфта. Она крепится на кучу кнопочек. Благодаря этой куче кнопочек нигде не остается никаких зазоров. Поэтому рукам поддувать ветер ниоткуда не будет. Просунули руки. Все, реально очень тепло. И в перчатках можно туда спокойно поместиться. Поэтому мама не замерзнет. Это тоже очень здорово. Так, еще что вообще круто, так это то, что в комплектацию входит даже вот такой самый настоящий полноценный теплый конверт. Люди отдельно их всегда покупают на зиму. Здесь же он идет в комплектацию. Конечно, он не меховой, не из натуральной шкуры, там овечьей, еще с чего-то. Но он тоже теплый. Здесь тоже, как вот плед, материал очень приятный, мягкий. Полностью вот здесь Т-образная система замка. Можно будет, ребенок подрос, откинуть и ножки, чтобы высунул ребенок, когда он подрастет. Также есть и все крепления для прогулочного блока, если вы будете его попозже использовать. Все это здесь есть. И самое главное, это входит в комплект. Покупать не нужно. Вот, что еще? В принципе, наверное, уже куда еще что? Здесь уже все по полной укомплектовано, и докупать, в принципе, не нужно будет вам ничего. Вот, давайте я вам сейчас единственное еще что не показал, покажу, как эта конструкция вся складывается. Убираем блок. А, пока не забыл, расскажу вам про тормоз. Тормоз здесь обычный. Спереди кнопочка. Ой, спереди, сзади кнопочка. Педаль, точнее говоря, нажали, тормозим. Вот плохо, что вот еще раз нажали, и она не отпружинивает. Нужно ковырять снизу. И вот мне не нравится это, пачкать обувь. Это не здорово. Такой тормоз я не люблю. Но он есть. Какой есть, такой есть. Этим можно пожертвовать. Коляска, у нее и так очень много плюсов. Так, теперь давайте посмотрим, как все складывается. Конечно же, муфту мы уберем. Все, вот, сложили. И после чего уже кладете сюда аккуратненько прогулочный блок и получаем вот такую компактную конструкцию. Ну, она не очень компактная по сравнению с простыми прогулочками, но учитывая то, какая-то коляска, вполне себе в багажник, в принципе, должна в любой поместиться, если у вас не кабриолет. Так, раскладывается тоже очень просто. Отжимаем фиксатор. Все. Ставим блок. Едем дальше. Так, собственно, все, что хотел я вам рассказал. И пару слов буквально, мое мнение я вам скажу, подытожу. Я уже много раз сказал, что она очень хорошо подходит для зимы. И я много колясок видел на самом деле. И настолько заряженную для зимы коляску своей комплектации я еще не встречал. Здесь реально ничего докупать отдельно не нужно. Все уже есть в комплектацию. Все уже входит в комплектацию. Комплектацию вы сейчас на экране увидите более подробную. Вот. Очень качественно сделано. Огромным плюсом является еще ее плавность хода. Все-таки зима. Дело такое. Наледи бывает, еще что-то. Ребенок не будет его трясти, там еще что-то. Здесь в этом плане все здорово. Вообще рулится она очень легко. Одной рукой тоже без проблем это можно делать. Вот вы видите, это на самом деле рулежка здесь очень удобная.
Вот, вещь качественная, на мой взгляд, очень качественная. И если посмотрите на цену, то, учитывая ее комплектацию качества, вот соотношение цены и качества, здесь вот мало-мало кто может что-то подобное предложить за такие деньги, такого качества и такой комплектации. Поэтому к зиме крайне рекомендую. Очень-очень хорошая коляска. Поэтому обратите на нее внимание. Вот, в принципе, это все. И в заключение хочу поблагодарить магазин «Первая коляска». Спасибо большое за коляску им для обзора, то, что предоставили. И если это видео вам было полезным и интересным, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых обзоров. А вам удачи, до свидания.